Окей, okay, если мы шутим, продолжаем родить рупа названием Мамодорой и желание под лунным светом. Окей, okay, короче, я понял, что дальше делать. Нам нужно поговорить с ней. Я что сделал? Поменял талисман. Яда, потому что он отравляет только при попадании. И то он отравляет именно в том месте, где находится запах этот. И он мне наносит урон. Поэтому пускай все будет так. Короче, говорим с ней. Мы же нашли в прошлой серии цвет... этот платок, да? Этот платок. Да, определенно, он принадлежит моей младшей сестре. Могу ли я попросить тебе отдать его мне? Да. Вы отдали мягкий платок. Благодарю тебя за твою доброту. По святым покровительствам, господа нашего вознесся на молитву за души ушедших и совершен тьмою. Прошу... Так, ну пойди теперь... Ой, стоять сначала сюда. Она ушла. И по идее дверь должна была здесь открыться, да. Все. Дальше можно идти. Ровно как и мы... Так, почившая сестра, ты представляешь угрозу короне. Если это босс, да. Я не могу просто смотреть без дела творимый тобой... Так, произвол. Молись, чтобы душа твою ушла с миром. Найс. Чё мне нанесло урон? Ладно, плевать. Сейчас так тупанул. Просто так тупанул. А, я просто привык, что удар. Сука. А, теперь я понял, что мне нанесло урон. Так а насколько ты мне даешь увеличение? Пипец! Чё, попробовать эти стрелы? О, попробуем. Могу вот так. Сразу ставим красное кольцо. Так, жемчуг и этот. Подожди, мне показалось. А, жертвы. Ожерелье жертвы это как в этом. В Берсерке, почему он такой популярен? Я ж могу зарядиться, так? Я понял. Начну с того, что ей не наносится урон. Ядом. Быстрее я отравлюсь, чем она. Ой,
О, не то нажал. Бац. Бац. Ой, сдохни. Прикидываю, сейчас вторая фаза, у меня хп нету и этого нету. А нет. А так это обычные фонари были? Серьезно? Так, и что мне это дало? Ну это ж должно что-то было дать. Так, а теперь с этой минуты я не знаю, что делать, ладно. Го, попытаемся вернуться. Где было то место? Короче, я понял. Ядовитая стрела — это херня. Убитые враги, если звуки рядом. Может выпасть двойной больше денег. Классно. Ну я у него ничего не получил. Все равно ничего не получил. Какой? Что? Чё? Ничего из нее не дали. О, боже, как это бесит. Как же это бесит. О, ты уже слышала, в город вернулся старшая сестра Индугищина. Она представляет монастырь при королевском дворе. Возможно, тебе будет интересно ли поговорить. Сори, она мертва. Да. Круто. Королевский двор забыл о нас. Да. Да-да-да. Та-та-та-та-та-та. Не вижу, не знаю. Ладно, ждем. Короче, нам же теперь в этот нужно дуть. У нас же 4 части. Нам. Значит, нам немножечко обратно нужно бежать. Немножечко обратно. Нам пробежим. Так, нам все равно сюда. Да, можно через этот пойти. Так. Смысл. Сейчас здесь через двери пойдем. Там сохранюсь. И все будет замечательно. Дэнс, дэнс, дэнс. О, стой. Может, давайте я сразу у него это кольцо купим. То есть я тот же, тоже кольцо купил, только подешевле. О, видите, типа там большая падает. Да. Окей, ну, в принципе, по хпшке у нас много. По хпшке у нас достаточно много. Да, у нас 4 части. Готово. Ну, теперь хотя понятно, куда идти. Я не понимаю, почему некоторые меня все-таки цепляют. О, какие-то яйца. Говорить. Что? Кто ты? Ты такая? Как ты сюда пробралась?
Уходи, чужеземка, сейчас же у меня от тебе мурашки. Окей. Ты не против, я пойду дальше? Почему ты еще здесь? Чего тебе нужно? Ну ладно. Я... Нат Мэг Лиз, хранительница королевской пинакотеки. Я говорю тебе, уходи. Я бы рада тебе тут что-нибудь показать. Да, уже ничего. У тебя дело к самой королеве? Да, вот это поворот. Ты хоть понимаешь, что... Нет, ничего. Радуйся, что ты еще живая и дышишь, хотя будь покойно... Так. Покойно пробьет и твой час. Все, мы сохранились. Мы нашли крупицу максимум жизни. О, это ж... Те птички. А, ну... Вау. Да. Так, наверх мне туда уже не попасть. А, но он стреляет чисто... Чисто. Так, кто-то там говорит. Давайте пробежим. О. Тихо, давайте сначала поговорим. Это здание заражено. Когда-то здесь хранилось изысканное производительное искусство, но теперь здесь остались лишь безразные зловещие формы. Я рада, что ты нашел нас. Мы уже много месяцев прячемся здесь одни. Смерть может нагрянуть в любой день, в любую минуту. Мы не знаем, сколько нам еще осталось на этом свете. Поэтому мы дорожим каждым днем. Окей. Короче, вы просто заперты. Изучить. Типа шкатулка. И я сюда пришел только ради музыки. Походу, она бесконечная, ладно. Поехали. Котейка. Котейка. Ух, сколько... Сколько всего. Давай вправо. Ух, масоны. Чем могу служить? Лесовый огонек? Лиловый. Защищает темная магия. Нет. Быстрые стрелы. Стрелы летят гораздо быстрее. Нет. Атака наносит урон огнем. Давай я, наверное, быстрые стрелы куплю. Теперь тут закрыто. Да, мне нужно что? Так. Так. Быстрые стрелы. Давай, наверное. Так. Слышь, так они не быстрые, они просто невидимы. Это вообще две разные вещи. Ну, типа, имеет смысл? Если да, то окей.
Типа, давайте, если я сниму кольцо. К примеру. Ну, типа, а что здесь моментальный урон, хотите сказать? Ну, такое. Ладно, погнали вверх. Нам все равно наверх. Нам все равно наверх. Ай-яй-яй. Ладно, магнитит. Если бы они еще наносили так, такой же урон, были бы вообще незаменимы. Плюс макс хп. Оп, извини, мне пора. Прощай, прощай, мой милый. Почти сдох. Так, хорошо, игра сохранилась. Сколько там стоил? Сколько? 100. Нет. А чё так много? Ты же дешевле продавал ее. Или это мне показалось? Походу мне показалось. Да, походу вот так оно и есть, мне показалось. И теперь кто-то будет страдать. Окей. Ай. Не заметил. Фак. Держать. Окей. Изучить получено черное саше. Саше? Черная саше. Эффект значительно усиливает атаку целый... Так, ценой риска получить урон. Это саше прикладывается к груди. Его аромат может вызвать вспышки бешенства. Как это понимать? Ну, давайте попробуем, типа... Не сказал бы, что... Такой уж большой урон. Но они мне наносят. Давайте, наверное... Стой, там еще вправо можно было. А, там закрыто точно. Давайте, наверное, использую предмет. И сюда быстрые стрелы. Я понял.
Типа, да, я наношу урон. И при этом мне наносится тоже урон. Так, ладно, отхилиться. И ради кошечки побежим. Ау. Или это меня зацепило? Да нет. Слушайте, а кольцо все-таки плохая вещь. Звук рядом с таником, но здоровье. Камень магнит. А, я нашел шука. Неплохо. А я еще наверх мог пойти. Или лучше... Появилась картина. Готово. Окей, нормально. А вот это ненормально. Стой, а ниже? Ниже мне не спуститься, ладненько. Скорее всего, вдвойне больше денег, это имеется в виду, когда она становится золотой. Или именно с врага выпадает просто больше. Я не хочу рисковать, поэтому... Ну, имеется в виду. С ними драться. Да, сокращение пути здесь. Это сильно выручает. Или не очень. С этой стороны дверь не открыть. Ладно, вниз. Прикол. Я понял, в чем. Или не очень. Или не очень. Или не очень. Так, хорошо. Ах ты ж, ё. Так, давайте, наверное, еще в самый верх заберусь. Сюда, сюда. Я понял, почему теперь мне урон нанесся тогда. А, так мне с этим придется ехать. Не попал. А, тут я был, окей. Я не хочу с ним драться. Изучить. Этот череп как будто смеется. И все? Ну, пускай смеется. А что это мне дает? Походу ничего. Ладненько. О,
Я понял. Мне отсюда так просто не выбраться. Походу только так. Слушайте, а в принципе... А, нет, не в принципе. Ладно. Шипы. Мне просто повторно в то же самое проходить. То же самое проходить. Ладно, гоу, тогда по прямой. Если что, потом наверх пойдем. Легко. Босс. Большой шанс босса, да, пускай будет. Ладно. Так, это ты сразила Феннел? Уходи, чужеземка, и высочество не ждет гостей. Какая дерзость. Магнолия. Я просто танчу, да и все. Вот это уже, ну это тоже можно протанчить. А, ну типа здесь просто два босса. О, все. Говорить. Я знала, кто ты. Ты, как и Феннел, тоже против королевы. Вы ослеплены своей верой. Королева ни за что бы не навредила нам. Я сейчас осознаю факт, то, что я, скорее всего, могу сейчас сдохнуть. Так, платок медали, да? Плохо. Ладно, смотрим. Да, платок мне дали. Черт. Зря я танчил. Ух, повезло. Ладненько, давайте я, наверное, еще раз сбегаю назад. Сам назад. Я хочу наверх сбегать. Если там ничего не будет такого, можем закончить. Да, серии стали немного подольше, вы заметили. Вы правильно подметили. Серии стали намного больше. Так, вверх. Нормально, сойдет. Ну, по идее, раньше играть, для игры было сложно. Это после первого дарка все легкое стало. Тогда нормально, без получения урона пробежался. А тут на тебе. Уже кнопки путаю. Получена шкатулка. Я шкатулку, да, получил? Шкатулка ветров. Так, деревянная шкатулка для магии небес. В этой шкатулке сильный ветер.
Походу, это и есть тот предмет. Что он дает? Что-то не купился. Ладненько. Походу, ничего годного. Походу, ничего годного он не дает. Хотя, я говорю... Скорее всего, это и есть тот камень, что нужно засунуть в ту херовину. Скорее всего, так оно и есть. Ну, давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.